Всем привет, намасте. Меня зовут Дмитрий. Я практикую йогу в традиции, и частью моей практики является ежедневное чтение Бхагавад-гиты. В какой-то момент мне захотелось научиться читать это произведение, а также другие тексты и мантры на санскрите, понимая письменность и нюансы произношения. В интернете я нашел сайт Алексея и записался на курс по основам письменности и произношения санскрита. Уже буквально через пару занятий я мог, хоть и по слогам, и с таблицами, но читать текст на санскрите. Это была большая радость. Первое впечатление, что изучение санскрита согревает слишком холодный ум, а слишком горячий ум охлаждает. Я очень благодарен Алексею за помощь в начале изучения этого языка. Теперь о самом курсе. Прежде всего, мне был очень удобен онлайн-формат, так как живу я не в Москве. Обучение организовано великолепно. Сами занятия проходят в формате интерактивной презентации, после чего ученики получают домашнее задание. Вот примеры. Как в моих руках слова на латинице превращаются в символы Деванагари. И наоборот, как с санскрита я получаю слова латиницей. Вот карточки, которыми я пользовался для запоминания символов. Сами занятия проходят легко. Алексей внимательно и подробно объясняет каждую тему и отвечает на все возникающие вопросы во время занятий, так и на присланные между занятиями по электронной почте. Кстати, у меня вопросов было очень много, и мне понравилось, что Алексей терпеливо разбирал каждый из моих вопросов. Чувствуется компетенция Алексея. Он рассказывает истории, освещает вопросы, косвенно связанные с темой занятий. Например, о связи между санскритом и современным хинди, либо историческое происхождение термина или об особенностях языка санскрит в его разных географических и исторических вариантах. Материал подается в легко доступной форме. В помощь предлагаются аудио, видео и текстовые материалы, даются ссылки на известные учебники. Разумеется, требуется вкладывать собственные усилия, это главное. Но системность и первый толчок, так необходимый в самом начале, это то, что я получил на занятиях Алексея. В плане денежного эквивалента я тоже доволен. Я живу не в России и без проблем оплатил курс через PayPal. А то, что я получил на занятиях, считаю значительно большим оплаченной суммы. И в целом стоимость весьма доступна. И, конечно, хочу отметить еще дополнительные материалы на сайте у Алексея и тематические бесплатные семинары, которые он проводит. Все это помогает погружаться в санскрит и сопряженные с ним знания, буквально не выходя из дома. Я еще раз хочу поблагодарить Алексея за полученные основы. А всем же искренне рекомендую курсы Алексея, информацию по которым можно найти на сайте sanskrit.org и в группе ВКонтакте. Желаю радости от новых знаний и успехов в изучении санскрита. Еще раз намасте!